Очередное ДТП в Ноябрьске. Сегодня утром на улице Ленина столкнулись ВАЗ-2112 и Nissan. По данным инспекторов ГИБДД, женщина-водитель иномарки, выезжая со двора, не уступила дорогу 12-й. В ДТП никто не пострадал. Добавлю, по официальным данным госавтоинспекторов, за минувшие сутки на дорогах города произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших в них нет.